Ой, ой. Ватсон, для тебя замок сделали, что ты удираешь. Не берем тебя с собой в магазин, Ватсон, да? Ватсон, аккуратно тут. Закрывай давай. Ватсон, убери, можно. Ватсон. Голову убирай, скажи, Ватсон. Сами звали. Ватсон. Ватсон. Убирай давай, убирай. Всем привет. Сейчас пойдем в магазин. Сегодня 29 декабря. Снежок немножко падает. Вот у нас такая тут дорога. Ходим по задам, по огородам, тут ближе. Дошли до дома, принесли свои покупочки. Это яйца 10 штук купила, торт буду печь. Также муку взяла, белый терем, высший сорт. Мука есть у нас, но я захотела из высшего сорта. Так, это хе, рыба с морковкой. Так, маргарин для выпечки. Взяли тройник. У нас елка и гирлянда. В общем, там много резеток. Нужен тройник новый. Так. Это пельмени хинкали. Уже брали. Очень вкусные, сочные. Так, сын тут купил себе сухариков. Или орешки. Орешки это. Так, молоко. Яблочки 90 рублей. Уже брала такие вкусные. Сухариков захотелось. Сушки такие с чаем. Сухари, в общем. Наверное, из чего непонятно. Так, хлебобулка. Вчерашнюю последнюю манку забрала в магазине. Крем делать, лимонокислоту. Так, калач. И вот такой веночек. Вот мои покупочки на сегодня. Небольшие. На 1100. Закупаться хотела завтра ехать. Основные покупки завтра делать. Там подешевле цены у нас в центре. Белую взяли, тройник белый. А он погнутый. Сын увидел. Поменяли на черную. Там 50 стоило, а это 120 она написала. Какая-то, наверное, особая резетка. Не знаю, подойдет, не подойдет. Надо сейчас пельмени хинкали сварим. Покушать, пообедать надо. Потом, думаю, буду... Или сегодня, или завтра бисквит надо печь. Вот яйца взяла, муку. Ладно, давайте. Всем спасибо. Пока-пока. Не болейте.